Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. Ирина, скажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Трикотажная фабрика Милана». И ответьте, пожалуйста, на вопрос, как обязательная маркировка повлияет на рынок одежды? Скажем так, легкую промышленность сейчас, она не так сильно коснулась, но через некоторое время мы все к этому придем. Сейчас я не так сильно знакома с новыми правилами, но точно скажу, это будет удорожание продукции. А что вы можете сказать о будущих трендах в вашем рынке, в вашей сфере? Конечно, тренды всегда разные, но точно одно, что будет модная полоска, будет моден трикотаж розового цвета, голубого, а также спортшик. Конечно же, сейчас он наступает по всем позициям. Спасибо большое и удачи вам в продажах.